И вот мы в гостях у настоящего викинга Александра Кучмезова. Здравствуйте, Александр, доброе утро. Hi. Как вы себя чувствуете? Вот я смотрю, сзади у вас прямо дом, вы сами его построили? Чувствую себя хорошо, строили мы его вместе с моим другом и коллегой Владимиром Банем, кстати говоря. Ну и он мне рассказал историю о том, что викинги, умирая, попадают не в рай, а в вечный пир. Мне кажется, они в этом смысле были продуманными ребятами. То есть вам бы хотелось тоже вечно пировать? Ну а почему бы нет? Владимир, я чувствую себя настоящим берсеркером, настоящим викингом и готов кричать «Один!». Тяжелый шлем? Очень тяжелый. Очень.